Музыкальный зал детского сада «Ромашка» с трудом вместил всех гостей, пришедших на конкурс танцев «Родитель видения» и церемонию награждения победителя Олимпиады по интеллектуальному воспитанию, которая проходила в дошкольном учреждении с февраля по март. Интеллектуальная олимпиада проводится в рамках подготовки детей к школе. Это подведение итогов за учебный год старших и подготовительных групп. Когда мы составляем задания, особенно в этом году, когда были задания для старшей группы, это же не просто какое-то тест-задание, а олимпиада, и она должна отличаться тем, что должно быть какое-то трудное задание, чтобы не все дети справились. И я нашему педагогу-психологу Галине Леонидовне говорила: «Галина Леонидовна, в старшей группе такие сложные задания, ну что просто невозможно детям справиться». Она приходит после того, как все работы были проверены, и говорит: «Елена Васильевна, я вас, наверное, может быть, разочарую, а может быть, порадую. Все дети справились». Конкурс танцев «Родитель видения» – это состязание талантливых и целеустремленных детей. Танцевальные коллективы групп детского сада представили свои номера. Открыл конкурс танцевальный коллектив младшей группы «Зайчата» с танцем «Помощники». Воспитатели переживали за своих детей и старались подсказать. В каждом выступлении с интересным названием «Дружба», «Детский город», «Уральский самовар», «Модницы», «Аист на крыше» ребята старались передать свои переживания и чувства, будь то русский народный танец «Калинка» или зажигательный бразильский танец. В танце «Небеса» были использованы сложные элементы, но ребята совсем справились. Перед жюри стояла непростая задача. Все номера были выполнены безупречно. Танцы оценивались по девятибалльной системе. Каждым годом номера становятся сложнее и костюмы лучше. То есть становится все труднее делать выбор, когда находишься в жюри. И радует то, что действительно это стало таким традиционным хорошим праздником не только для воспитателей, не только для, как говорится, руководства детского сада, но и в первую очередь для детей и для их родителей. В заключении мероприятия состоялось награждение воспитанников и педагогов старших и подготовительных групп по итогам Олимпиады по интеллектуальному воспитанию. И был объявлен победитель конкурса танцев. Им стал танцевальный коллектив подготовительной логопедической группы номер 7 «Бельчата». Разглядеть в своем ребенке талант и тягу к определенным наукам или творчеству способны все любящие и чуткие родители. Со временем может оказаться, что выбранное увлечение или занятие в будущем могут стать профессией. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».